Я вспомнил свои юные года, когда также бегали на стадионе, когда начиналось тепло. Да, золотые времена были, золотые. Но сейчас не так. Сейчас лучше времена. Привет. Так как мне в ближайшее время предстоит операция, ну, как ближайшее, 11 мая я узнаю, когда она будет, я, скорее всего, на нее соглашусь, потому что я не хочу ходить с больной коленкой. В этом случае у меня возникает... Почему возникает? В этом случае я вспоминаю две свои мечты. Первое – это подтягивание. Не знаю почему. Всегда мечтал подтягиваться больше 10 раз. У меня 5-6. Это в лучшие времена были. Сейчас, конечно, не так. И в связи с этим, то, что будет очень тяжело ходить первое время, а потом вообще физические нагрузки будут такие весьма лайтовые, надо это переходить на руки. Вторая — это у меня ходить на руках. Да. Буду учиться ходить на руках. Стоять и ходить. Вот. Буду переносить нагрузку с ног на руки. А первым делом пока подтягивание. Чувствую слабость в этих местах, которые как раз тоже работают на подтягивание, как оказывается. В общем, узнал, как называется эта мышца. Это брахиорадиалис. Вот здесь находится. Плечелучевая мышца называется. Ее нужно по большей части прокачивать, если замечали, что у большинства там турникменов, ну и вообще бодибилдеров, хотя бодибилдеры не знаю, сколько будет больше количество подтягиваний. В общем, короче, вот эта мышца, если прокачать. Я не знаю, как ее показать-то. Вот. Она у меня не особо большая, если напрячь ее. Вот, если напрягаешь ее, не так видно. В общем, ее надо прокачать, чтобы много раз подтягиваться. Ну ничего, 6 раз по старой памяти. Видно ли, нет, не знаю. Думаю, это беда вообще всех турников, да и вообще турникменов. Мозоли на руках. Да вообще от тренажерного зала эти мозоли тоже остаются. От грифа в частности. Такая вот интересная конструкция. Скорее всего, это голубятня. Или чего, пока непонятно. Нас будут снимать! Ура! Мы будем в газетах! Ура! Смотрите меня! С вами Мира, и сегодня будем говорить зарядку! Всем привет! Я должен дальше выйти. И всем привет! Сегодня мы будем, как вы видите, заниматься. Здесь Муслима, Муслим, поздоровайся. И Марьяна. Марьяна, сюда. Марьяна, сюда. И больше сидеть наша Марьяна. Сколько ты можешь продержаться? Давайте другую за площадку. Мы здесь снимаемся, не видишь? И все, всем пока! И всем привет! Стойте, дайте с ними попрощаюсь. Давай. Всем пока!
подкаст канала «Учитель рисунка». Ставьте лайки, подписывайтесь на мой. И всем йоу! Пока всем! Спасибо. А у вас много голубей? Да, штук 30. А, тут несколько разных? У нас двое здесь. Это Сергеева две, а это моя. А так, чисто для души, да, себя выращивать? Ну, а так, между друзьями меняемся, чтобы кровь понятно. Другая была, чтобы не родство. А у них есть, ну, там, породы голубей, они как одна линия, да? Почему? Разные. И белые, и краснохвостые, желтохвостые, синехвостые, чернохвостые. Всякие, и чубатые, и лысые. Маленьких кормят. Вот за ним посмотри. Ну, тут темновато. И тех верхних выпущу, будут летать по воле. Можешь зайти сюда. Темновато, света маловато. А так вот сколько стоит голубь? Они по-разному стоят. Начиная от 500 рублей и пошло выше. А если так берут, то каких чаще? Белых? Это на любителя. На любителя? На любителя. Вы ни разу на Ленинском рынке не были? Нет. Вот в воскресенье съездите, если желание у вас есть. Ну, там по воскресеньям... Голубей. Да? Да. Там голубей много выносят, всяких пород. И белые, и серые, и мраморные, краснохвостые всякие. И павлины. А еще же где-то тоже на вас смели есть, да? Кто-то тоже возле церкви. А, да, точно. Там две. Ну вот он уезжает. Сейчас их не выпускают. На АБГЭС уезжает. Там место им готовит. Интересно. Ну. А так породы всякие. Ну. Вот у меня они не лохмоногие, а то и лохмашки на ногах. И маленькие, в чулочках, как говорится, колокольчиком. И большие вот такие, разные породы. И двухчубые, чуб здесь на голове и здесь на носу. А давно этим занимаетесь? Я с детства. С детства? Еще в школу не ходил. Отец у меня держал, и я держу. Я сам-то жил, если знаешь, за АБГЭСом морской совхоз. Да, знаю. Ну вот, я сам оттуда. А сейчас на вас снил перебрались, да? Или давно? Я уже давно, уже 30 с лишним лет здесь. С 83-го года. Спасибо большое. Да, пойдем. Пожалуйста, заходите. Хорошо. Ну. Все, спасибо. Ну вот, я их скоро открою. Они здесь будут по воле летать. А, они по воле даже летают? Да, вот верхние. Верхние. Которые... Они потом возвращаются, да? Конечно, они здесь вон. Или по футбольному полю другой раз лазит. Здесь, возле машин, он лазит по щебенку. Все. Спасибо за информацию. Приходи. До свидания. До свидания. Блин, я даже и не знал, что такие есть разновидности голубей. Блин, ну очень прикольно. Аж с детства мужик занимается этими голубями. Еще даже когда в школу не ходил. Блин, круто. Как-нибудь еще раз зайду. Весьма достойно. Хотя я знаю людей, которые боятся голубей. Знать, это совсем другая история. Как бы я голубей не боюсь.